Всем привет. Ко-ко. Короче, у нас уже получается завтра мы едем в Ахтырку. Да, Тёма, едем в Ахтырку? Да, всем привет. Да. И нам нужно купить какой-то подарочек, там тоже есть мелкий. И надо пойти купить какие-то подарочки. То есть, ну, какую-то игрушку, сладости, да, и тому подобное. Так что... Кому? А там, увидишь. Ну, видишь, мальчик есть, ты забыл? Мальчики, около. Короче. И надо купить игрушечки какие-то там, подарки, сладкое, всякое такое. Что так такое, что да. Идем. И меня соблазнило вот это вот колесо. 19-е с Michelin Pilot Sport 4 резиной, как у нас. Я думаю, и нам сюда можно такие поставить, 19-е. 19-е, да. Так, а ну я пошла смотреть, сравнивать. Сравнялка. Да. Че? А ты не лопнешь? Так это на подарок. Кому, тебе? Немного, не? Нормально? Можно жилешек еще взять. Так, о, я еще кое-что вижу. Все, давай. Закидывай все. Видно, что я язык показываю? Да, видно. Давай, давай, давай. Подыма, подымешь как-то ее? Нет. Да, может быть. Подымешь. А мы не взяли. А, взяли. Кого? Что пить. Так, одни подарки. Так. На, и мою. Хорошо без них? Вот это мордашка, понторезочка какая, а? Нет, ой. Сильно большая, да? Сколалась, реально же такая большая. Гигантик, да. Так. Ой, колеса какие, десочки. А, да. Колеса тоже тут шикарные. Папа, проконтролируй. Тёму? Он сам себя проконтролирует. Да, ничего страшного, там всего лишь Range Rover стоит. Ничего страшного, да. Время, говорю, места все-таки хватает. Так, все, давай пиццу перекусим. Дай мне пиццу. Тебе пиццу? Да. Боже, он вечно голодный. Да. Всем привет. Да, всем привет, и мы ежики в тумане. Да, ежики в тумане. О, видно? Ежики в тумане. Хотя это не туман, это пыль. Мы ежики в пыли, понял? Ежики в пыли? Ой, да. Как ему бедненькому, смотри. На таком-то мотике. Ух. Короче, мы едем в Ахтырку. Уже. Уже. И мы уже проезжаем одну четверть пути. И тут делают, короче, дорогу. Но ее не то, что тут делают, что тут строят. Нет, там. Ее там делают. Бедная кукуруза. Там какая-то развязка, тут дорога. Ну... И вот здесь вот уже несколько лет вот вытоптанная, выезженная вот такая вот дорога. Это, конечно, ужас, но лучше, чем ничего. Ну да. Кукуруза особенно... реально бедная. Угу. Я же говорю, нам трассы Н14 хватило. Да. Но это получше будет, чем да, трасса Н14. Это будет получше, конечно, намного получше. Во-во. Она так какая-то, видишь, гладенькая, щебенка уже втоптанная, а там новая. Единственное, что она такая, как стиральная доска. Но если по чуть-чуть ехать, то оно все нормально. Угу. Правильно? Да. Зато джипы нас обгоняют. О! Что-то виднеется, да? Смотри, вот это вот идет, получается, это песок с глиной или с чем-то, потом подушка из грампыли, и оно слой бетона уже. Да? Так и есть. Одна сторона уже у них сделана, ты прикинь? Угу. Это как трассу Н14 вот это вот. Да, делают хорошо, делают, молодцы, прикольно. Народ, всем привет! Привет всем! А ну-ка, я сейчас так покажу. Может, кто узнает город? Не? Да, откуда вообще здесь? Никто. По таким местам, что ты показываешь, я думаю, навряд ли. А, блин, там плохо видно. А вот эти вот ворота, что-то это, я не знаю, серп и молот там написано. Я думаю, что больше людям машины видно. Машины? Вот это вот, вот. Это ж типа достопримечательность. Стадион. О! Короче, тот, кто узнал, тот понял. А кто не понял, тому говорю, мы приехали в Харьков. Да. Мы были, приехали с родственником в Ахтырку, и потом такие думаем, ну мы же вроде как бы 100 километров от Харькова, можно съездить там в Барабашово. Почему бы не, да? Мы-то любим по рынкам полазить. Поэтому мы приехали на Барабашово, приехали вот, сюда. Вот река была, ух, еще и в такси. Шикарная. Ну еще и в такси, да, капец. Короче, приехали, полазили, зашли на рынок в 9 часов и вышли в полтретьего. Полтретьего, да. Прекрасно, хотя с дома встали в 5, а выехали в 6:30. Путешественники! Нравится нам такое? Короче, город вообще шикарный, классный. Вот, знаете, хотелось бы переехать сюда, потому что здесь реально круто.
но не движение. Но не хотелось бы, потому что здесь очень жесткое движение. А. Вот кто впихнулся, тот и будет прав. Ей-богу. Тут так пробки и все остальное. Так и есть. Накупили себе кучу всего. Тёмику подарок купили уже ко дню рождения, хотя оно и будет через 3 месяца. Ой, а подарок какой там Тёмику? Он увидит, я думаю, он офигеет полностью. Поснимаем видео с обзором на этот подарок на основной канал. И вообще, это видео, которое где мы лазили по рынкам, переходите на основной канал. Да. У нас на домах так не рисуют. Красиво, да? Ага. И вообще, тут домики прикольные, хоть и старенькие, видно, что этот райончик такой, понял? Но все равно, смотри, какие они классные. Но нам необычно, нам прикольно, вообще это все, да. Очень прикольно. Реально красивый город, ничего не скажу. Киев, Харьков, они так классные. Закрыто, однако. Подожди, а мы разве не сюда ехали сегодня? Я не знаю, но так быстро не могли столько нарыть. Хотя, могут. Прикольно. Все перерыли. Нет, там. Действительно, мы, по-моему, направо поворачивали. Направо поворачивали, да, переезжали, да. За переездом, за мостиком направо мы поворачивали. Смотри, как там прикольно. Угу. Что ж прикольного, там перерыли все на свете. Смотри, сколько там новых труб лежит. Угу. О, круто. Молодцы, люди делают, что скажешь. Молодцы. Ладно, едем. Какие же они прекрасные и красивые. Вот тут особенно, да? Тут серия, серая, mm-hmm. Да, здание. Вообще шикарная. Зданечко прямо шикарное. А на той улице там были даже эти самые, на балконах статуи. Серьезно? Да. Я не видел. А, ты что-то говорила, да. Оно. Отсюда не будет там видно что-то. Тут ничего нету. Тут нету. А балкончики такие шипзники. Держитесь ага. левее. Ага. Продолжайте движение прямо. Хорошо. Как скажешь. Так. Вы же одинаково там показываете? Вроде да. Да. БМВ. Держитесь левее. Ага. Ой, там как красиво. БМВ красиво делает. Мне все равно, то БМВ, я их везде видела. А вот такие домики я везде через не видела. Через 300 метров поворот налево, на мост. А, да? Тебя прямо показывают? У меня? Так, где я? У меня показывают прямо и... Ну, короче, по этой дороге. Да, все правильно, точно так же. Зайка, я хочу жить тут. Тихо, тихо, смотри, боже, как он опасно это делает. Реально опасно. Они тут все такие опасные. Выруливай в другую сторону рулем и сдавай назад. Он... Кому аварийкой помогал? Нам? Да. О, мак. Шо, мак? Сегодня дичь будем кушать. Мак. Вообще-то. Мак. Сегодня нам о, дичь смотри, какой. Приготовят. Уточку. Дерзкий. Уточку, говоришь? Да. Ух, красота. Через 150 метров поворот налево, на мост. Вот церковь, смотри. Поворот видно, как... налево на мост, говоришь? Да? Да. Сюда, да? Да. Поворот умничка. Налево, на мост. Отлично. Как и скажете, мадам. И вот, ой. Красота. Ближайший маневр через 5 километров. Да ладно, нам прямо ехать? Да, нам ехать. Все прямо. Время прямо. Ой. А, это же та речечка. Да. Мы ее проезжали. Да, вдоль рельс будем сейчас ехать долго. Да. Было дело. Ехали мы сюда. И тут где-то ты видела на балконах статуи. Тут где-то? Или не тут. Я не помню, или там мы, что мы проехали, или где-то тут. Но я смотрела в ту сторону, это однозначно. Все, мы уже выехали с Харькова. Кстати, мы, по-моему, заезжали туда намного дольше, чем выехали. Да, но мы же заезжали утром и как раз. И пробка была, да. Сейчас мы быстренько так раз, два, три девок заберем. Не, лучше не стоит. Слишком молодо. Ты смотри какой. И это, короче, все, нам 117 километров и мы дома. И нам через час 10 нас ждут в Ахтырке кушать дичь. А, да? Да. А мы будем через час 38. Да. Ну, если хорошо так подумать, можем успеть и через час 10. Не, ну мы приедем по времени.
нормально. Там 10-20 минут туда-сюда, это вообще никакой разницы. Это ерунда. Ну, конечно. Ой. Там фура перевернулась. Ой-ой. Это он, наверное, в поворот не вписался. Да, смотри, да, я вижу, вот следы. Вот здесь он завернул. Да. Кобздец. Нехорошо есть. Смотри, провода, зай. Угу. Ой-ой-ой. И столб завалил. О, да. Ага. Это печалька, конечно. Вот все, столб, провода. Блин, с такой же он скоростью ехал, что завалил фуру. Ай-яй-яй-яй. Капец. Обидно. Знаешь, что единственное? То, что, во-первых, походу там никто не пострадал. Нет, там никто не пострадал. А во-вторых, людям забор не зацепил. Полметра осталось до забора. Снес столб, блин, я в шоке. Это, наверное, зазевался. Хотя это же второй поворот. Первый был только что один такой, и дальше он продолжится второй. Все равно, мне кажется, просто он не рассчитал, что будет такой крутой поворот. Да, с фурами шутки плохие. Угу. Держитесь левее. Спасибо. Хорошо. Как скажешь. Держись левее. Через 200 метров держитесь левее. Хорошо. Да. Дорога. Держитесь левее. Дорога как масло. Ну, новая ж. Полностью. Новые бровки, видишь? Да, новые все новенькое. Новые заездики во двор к людям. Ну, все новое. Так что, нам бы такие дороги. Твои бы слова. Да туда бы в уши. А. Типа поможет что-то. Хотелось бы, чтобы помогло, конечно. Но будем надеяться, что скоро и у нас такие дороги будут, так как по всей Украине начали их делать. Дай бог. Прекрасная дорога. Полоски две есть, но разделительной нету. Это односторонняя же. Прикольно так сделали. 150 метров. Поворот направо. Причем хороший поворот. О, пить хочешь? Оно колодец. Нет, там сзади есть квас сдутый. Так в колодце холодная вода, и умыться можно было бы. Можно было бы. Мёд 250 гривны. Это за сколько? Наверное, за 3 литра. Думаю. Через 250 метров. Думаю. Надеюсь на это. Надеюсь на это. А может там еще 250 грамм баночка? Да не. 0,5 продают примерно за 50-70, смотря какой. О, мерси. По прямой нам ехать, ага. Так поехали Леху догонять, можно? А что, он впереди? Ну, ему ж по прямой... А, не, стоп, он же тоже сюда ехал. Ну, я его не видел. Он где-то остановился, гад, наверное. Да, он остановился, да. Неинтересно. Вы так... Вы еще подсолнухи готовы? Походу, да. И вот такая вот дорога будет до самой... До самого там, куда нам надо. Новая. Вы превысили скорость. Я тебя скоро отключу. Доигралась, доигралась, а я предупреждала. Да-да-да. Пост ДПС. Целый день стоят, заглядывают на кого-то. Сюда ехали, не заглядывали, и назад едем. Интересно, интересно. Держитесь по центру. Ты что не так? Во, какой. Казак. Ой, танк, вот он. А, да, а вот этот танк. Да, да. Ближайший маневр через 12 километров. Вот это танк. Вот это классно. А то был казак. То был не танк. Казак. Да. Козак. Козак. Вы превысили скорость. Ты только никому не говори. Не, я просто поставил превышение на сколько? На 5 километров. И сразу на это. И сразу рычит. Надо на 20 было ставить, оно бы не рычало. Все, мы приехали. Открывай врата. А, мне сначала тебе надо открыть. А я ж сижу и жду, когда ж ты мне откроешь? Давай, открывай эти врата. Ну. Сил нема. Я знаю, что сил нема. Мы подустали чуть-чуть.
Так, прекрасно, мы дома, ура. А, вижу, Тёмик бегает. Жаркий парень. Бежит.